Для нанесения штукатурки вам потребуются следующие инструменты. Валик малярный и кисть мягкая. Шаг первый. Предварительно рабочая поверхность обработается грунтом глубокого проникновения Basis Primer. Используем валик. Шаг второй. Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть. Шаг третий. Нанесение декоративной штукатурки Safari. Перед использованием материал необходимо тщательно перемешать. После высыхания подложки нанесите мягкой кистью первый слой Safari короткими крестообразными движениями. Дайте поверхности высохнуть. Шаг четвертый. Через 2-4 часа нанесите кистью второй слой Safari короткими крестообразными движениями. Постоянно возвращаясь на пол подсохи, дополнительно растушевывайте поверхность кистью.